Доброта расширяет границы. Фестиваль «Добрый Нижний» вышел за пределы города и стал региональным. Этот фестиваль проходит в Нижнем Новгороде уже 8-й год подряд и фактически является самым крупным социальным проектом. Ежегодно проводятся десятки благотворительных акций, в которых участвуют тысячи нижегородцев. В этом году фестиваль прошел не только в Нижнем Новгороде. В 12 районах области проходили более 40 благотворительных акций. Сюда пришла, чтобы поучаствовать в мастер-классах. Заинтересовала акция «Добрая открытка». Мы рисуем открытки, которые в дальнейшем потом будут подарены пенсионерам, одиноким пенсионерам. Также еще заинтересовала акция «Тепло в подарок». Мы будем вязать лоскутные одеяла. И в дальнейшем одиноким пенсионерам будет тепло в холодные осенние вечера. Сейчас такие фестивали проходят не только по всей области. Сейчас такие фестивали проходят в 50 самых разных городах нашей страны. От Калининграда до Владивостока. Валерий Павлинович очень много лет выступает личным попечителем фестиваля. То есть он не просто поддерживает на словах, но и на деле. Он принимает самое активное участие в акциях. Например, в прошлом году на открытии фестиваля у нас был такой беспрецедентный волейбольный турнир между командой правительства Нижегородской области во главе с губернатором и командой нижегородских журналистов.